Приветище! Это Питер Паркович, и мы продолжаем. Короче, у нас сейчас важное задание. Мы обещали Гарри, что приглядим за его научными проектами, ну вот этими базами. И вот мы здесь. Лаборатория 31, то есть их 31 штука, офигеть. Заглянем, что там. Гарри рассказал мне о них, прежде чем уехал в Европу. Пит, нужна услуга. Любимым проектом моей мамы всегда были городские научные станции. Я запустил их, но сейчас я далеко. А Скорб хочет закрыть их якобы из-за ненужности. Может, присмотришь за ними? Я в каждой оставил сообщение. Спасибо. Пока они есть в городе, в нем есть и частичка моей мамы. Что ж, денег я тут не заработаю, но для него это, похоже, много значит. Я сделаю все, что смогу. Отлично. Новые всякие приблуды в виде значков. Я буду получать научные жетоны за открытие научных лабораторий Гарри. Еще одна станция контроля качества воздуха, определяющая наличие вредных примесей. Чистый воздух необходим городу и его жителям, но владельцев некоторых компаний не пугает даже публичная огласка их вклада в загрязнение атмосферы. Я могу выполнить это задание, да, видимо? Еще пара станций сообщают о загрязнении воздуха. Приму меры, пока они не достигли, как это говорится, первого класса опасности. Может, Оскорб против этих станций, потому что сами превышают уровень загрязнения? В воздухе опасно много полициклических углеводородов. И их все больше. Если так и дальше пойдет, будут смерти. Частицы собираются в точках концентрации. Получаются сгустки дыма. Прыгну сквозь такое облачко и соберу нужные пробы. Ну, погнали. Соберем. Так, мне прям прыгнуть надо, да, конкретно через это облако? Это гадко, но нужно прыгнуть прямо в эти облачка. В одно я уже запрыгнул. Облачка видно невооруженным глазом. Значит, уровень токсинов зашкаливает. Значит, зашкаливает. Следующее облако. Оно вон там, над стройкой. А, нет, вот оно. Оно прямо здесь. Натягиваем паутинку и полетели. Прям вроде в это облако. Готово! Еще одно? Сколько же этих облак? А, их 8 штук, а я только 3 обнюхал. Взял отличные пробы. Рюкзачок. Ну, отличные пробы ужасной гадости. Где рюкзачок? Рюкзачок, покажись. Ты где-то здесь, наверху, что ли? А, вон он. Нет, о, нифига себе, нифига себе. А что так много-то? Вон, кстати, мой рюкзак. Нет, подожди, это не мой рюкзак. Мой рюкзак вот тут внизу где-то должен быть. Вон он. Вот тут вот он. И что там у нас? Глушилка стервятника. Этой глушилкой я сломал крылья стервятника. Жаль, что он их потом улучшил. Продолжаем. 29 рюкзаков найдено. Это очень хорошо. Вот еще облачко. Вот оно. Ну и между делом можно и пофоткать достопримечательности, чё бы нет. То, что надо. Еще одно. Будто дышу через выхлопную трубу. Юху. Я могу перепугать этих людей, но им не привыкать. И последнее облачко. Ну-ка. Ха. Токсин вырабатывают две модели машин и сломанный дымоход. Сделаю фотки. Фотки чего? Подожди, до них еще добраться надо. Так, вот, кажется, первая машина. Ее надо отфоткать. Оу, нифига себе, меня сбило машиной, жесть. Я думал, такого не может произойти с паучком. Здесь хороший свет. Отфоткали одну. Погнали за следующей. Вот она едет. Слету ее сфоткаем, давай, красиво. Отлично. И последняя фотка, это, скорее всего, выхлопная труба, да, вон она. Высокая промышленная труба. Ого-го, ты посмотри, что тут наверху, какие паутины. Сколько проводов. Давай, паучок, цепляйся. И сейчас мы ее тоже сфоткаем. Мой лучший портрет дымохода. Вышлю в департамент охраны окружающей среды. Может, на День Земли сделать костюм зеленого паука? 2 жетона получено. Станция Гарри спасла многих горожан от отравления. Как теперь Оскорб докажет, что они бесполезны? Человек-паук. Шокер сбежал. Сейчас грабит банк на углу Ист и 31-й.
Что случилось? Он вроде был в тюрьме. Был. Но один охранник выпустил его из камеры и отдал ему его костюм. Я знал, что Шокер на кого-то работает. Что сказал охранник? Я бы с ним поговорила, но он помер. Тот, кто вытащил Шокера, следов не оставляет. Черт! Я посмотрела запись, охранник был словно в трансе. Может, это эффект освещения, но у него глаза будто светились. Жуткое дело! Приду в банк, постараюсь что-нибудь вытащить из Шокера! Блин, ну вот эта засада, конечно, полная. Я так его ловил, Походу, сейчас будет битва. Битва с Шокером, моим давним злодеем. Ну, я думал, а чё ж я его в прошлый раз так изенько поймал? Легонько. Смотри, сколько там копов внизу. Дорогу перекрыли. Питер, я решила узнать больше про демонов. Похоже, они втихаря заняли вакуум, оставшийся после Фиска. Вакуум, который создал я, когда убрал Фиска. Джеймсон прав. Демоны — моя вина. А что тебе было делать? Позволить Фиску и дальше играть в крестного отца? У тебя все хорошо. Голос какой-то унылый. Похоже, я только что лишился работы. Город, точнее Норман, срезал финансирование. О, Пит, мне жаль. Будь Гарри здесь, он смог бы уговорить отца. Вы найдете другой источник средств. Ваша работа слишком важна. Спасибо, МЖ. До связи. Задолбало. Это МЖ мне почему-то всегда не вовремя звонят. Я вечно в делах. Все, погнали. Надо Шокера укокошить. Герман, как поживаешь? Эй, я не юрист, но ты не нарушил условия УДО? Упс, кажется, мы здесь застряли. Ну что, сыграем в города? Нет, поборемся на пальцах. Ладно, бьем по морде. Ого, у тебя теперь цифровые наручи, да? Будь по-твоему, хочешь подраться? Давай драться! Скорее бы вернуть тебя в тюрьму, поболтать о науке! Драка, драка, драка! Помнишь первый бой? Я молодой и глупый. Ты просто глупый. Получил? Меньше болтай, больше дела. Зачем тебе это, Герман? Потому что иначе они меня убьют. Не дергайся. Простить-то надо. Вежливо. Сейчас все будет. Вначале пробиваем щиток, а потом мочим самого Германа. Раскайся, и я помогу. Ты правда хочешь помочь? Тогда не мешай мне грабить. Нет, так не пойдет. Герман, а можешь тебя зафоткать? Пожалуйста, я тебя хочу сфоткать. Блин, не получилось, ты такой быстрый. Вот так вот. Все, я тебя сфоткал. Не вовремя, конечно, я все это делаю, но мне приспичило. Воу-воу-воу-воу. Я, походу, сейчас откинусь. Ничего себе, ничего себе, ничего себе. Я здесь посижу. Так, давай, кидай. Лови! Готово. Рогаточка пошла! Знаешь, люди в банке уже не ходят. Тебе повезло, что тут есть наличка. Если хочешь грабить банки, иди на биржу. Это самый сок. А, стой, 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 стой! А, нет! А, ну уже, Герман! Скажи, на кого работаешь, и я правда все устрою. Если поболтают, мне крышка! Это они четко сказали! Я, короче, буду летать. Что-то он какой-то слишком опасный. Смотри, смотри, что творит. Он очень сильным стал. Но я все равно тебя одолею. Выкусил. Герман, ты меня пугаешь. Ты же не боишься людей. Ух, поджарил мне жопку. Люди ли они? Под масками может быть кто угодно. Стой. Ты сказал маски? Так, понятно. Азиаты здесь тоже причастны, видимо. Эти парни в масках. Зачем им деньги? Да ё-моё. Не знаю. Мне плевать. Закончу работу и свалю. Погнали!
Сдавайся, и мы тебя защитим! Нет, тут! Ты их не видела, я да! Что тут? Ты ублюдок! Даю последний шанс! Слушай, я серьезно! Стой на месте! Да сейчас разбежался. На месте стоять я буду. Так. Готово, он выдохся. Сейчас я на него крышу уроню. Ладно, я пошутил. Ой-ой-ой-ой. Сейчас мой последний шанс. Серьезно. Ты выдохся? Да, есть. Прости, Герман. Он вернул? А, нет, он придавил. Ты сам виноват. Честно. Шок и трепет. Приз получен. Он был очень сильно напуган. Эти демоны теперь объявились повсюду. Чёртов демоны. О, тут рюкзак есть. Ладно, Юрий, шокер твой. Отлично. На плоту его ждет особая камера. Оттуда он уже точно не сбежит. И я почти уверен, что он работал на банду демонов. Банда демонов? Заголовок для Daily Bugle. Эй! Bugle — совершенно нормальное новостное издание. Я бы так не сказала. Говорят, у них есть очень хорошие репортеры. А у тебя есть другие отчеты о демонах? О людях в масках? Я тебе перезвоню. Кстати, там в банке ты сильно все разворотил? Тебе не понравится ответ. Зря я спросила. Еще что-то возникает? Драка с шокером была долгой. Пора узнать, что новенького в городе. Исследуй город, чтобы улучшить свое снаряжение и способности. Да-да-да, я это обязательно сделаю. Я уже этим начал заниматься. И поскольку у нас есть два жетона исследователя, мы сейчас прокачаем кое-что. Переходим к прокачке моих гаджетов. Гаджетов. О, костюм. Кажется, новый костюм. А, нет, новые способности открылись. Значит, что у нас тут открылось? Паутинная концентрация. Паутинные атаки приносят дополнительную концентрацию X2. О, это очень хорошо. Давай, наверное, вместо вот этого оборонной технологии. Атаки гаджетов повышают концентрацию. Мы это снимаем. А вот это ставим. А, это купить надо. Значит, покупаем. У нас есть еще кинетическая батарея, но для нее нужны жетоны испытаний, так что у нас еще испытания ждут. И есть еще адаптивные линзы. Они ослабляют эффекты световых и оглушающих гранат. Но это не очень-то и нужно пока что. И вообще, эта серия будет посвящена Человеку-пакету. В этом костюмчике я буду рассекать по городу. Еее, Человек-пакет спасет этот мир! Ну что, Человек-пакет готов приступить к своим миссиям. Значит, поскольку у нас тут рядышком исследовательская лаборатория, мы, наверное, попробуем что-нибудь тут исследовать. Один жетон есть. Одно из самых сложных проблем очистить... А, ну это тоже очистить воздух. Ладно, очистим воздух. Привет. Эта станция измеряет количество твердых частиц. И, в общем, если опустить научный жаргон, когда в воздухе их много, это совсем нехорошо. Данные тревожные, но не постоянные. Единственный способ понять, что происходит, проверить выбросы по соседству. У меня другие проблемы. Пробоотборник обнаружил токсичные частицы. Проверю-ка. Можно начать с этого парового клапана. Сканируем. Обнаружено неизвестное вещество. Здесь есть посторонние элементы. Проведу их анализ. С этой головоломкой мы уже встречались. Значит, сюда... А, нет, она немножечко отличается. Это не подходит. А сюда... Тоже криво. Ай, тогда вот это сюда. А, нет, надо накладывание. Все понятно, накладывать друг на друга их. Нет, это не подойдет. Надо последний вот этот сюда воткнуть. Да, так подходит. И вот этот вот мы берем сверху. И еще. Вот эти два, они точно не подойдут, наверное. А нет, подойдут. Вещество опознано. Ртуть. Ртуть.
В соединении еще с чем-то. Не пойму, с чем. Чтобы просканировать компоненты, нажмите «Давай». Очевидно, это не ограничивается одним зданием. Многие люди в опасности. Человек-пакет готов спасти людей от опасности. Вон туда. За трубами. Оп, вот она труба. Что у нас здесь? Давай понюхаем. Блин, как я вовремя пакет на голову одел-то, а? А что скажет образец из этого места? Я прям, знаешь, как этот мусорный герой, который борется с мусорными выхлопами и вообще с мусором. Значит, у нас тут появились новые детальки какие-то интересные. Давай пробовать. Значит, два... Так, если я вот сюда поставлю, это не подойдет вообще никак. Это тоже... Хотя, вот это вот вроде бы подойдет. А вот это значит убавлять, да? Это отбавить одну полосочку. Да, я правильно понял. Так, если мы поставим сюда... Это вот что делает. И мы убираем, значит, две полоски. Две полоски нам нужно убрать посерединке и в конце. То есть вот так и вот так вот. Есть. Что у нас здесь? Тоже ртуть? Азотная кислота? Там еще и азотная кислота. Но есть еще что-то. Я на верном пути. Нужно лишь идти по следу. Распространилось шире, чем я думал. Весь район в опасности. Прикинь, да? Человек-паук обычно борется с преступностью, а тут еще и с экологией. Загрязнением экологии. Король раскачки. Я получил достижение. Что же у нас здесь? Фу, тут еще душок. Пора выяснить, что это. Тут еще душок. Значит, у нас есть, смотри, раз, два, три. Блин, вот это сложная головоломка на самом-то деле. Че, как сделаем? Наверное, сюда. Вначале я все распределю. Потому что раз, два, три. Три палки я могу убрать. Угу. Две, значит, вот сюда. И одну... Блин, вообще, как это сделать? И одну, если я вот так вот сделаю. Да, она сюда подходит, но мне остается... Блин, мне не хватает еще одной палочки. Это получается, что вот это я выкидываю... Выкидываю и ставлю сюда вот эту вот. Сюда она должна подойти. Да, она здесь сходится. Здесь мне нужно палочку убрать. Вот, и получается два вот этих осталось. И одну убрать я могу. Так, так, так. Вот эту вот, наверное, да? Она сюда как раз подходит. О, отлично. Е-е-е, разгадал загадку. И что же это за последнее вещество? Этанол. Этанол. Как-то знакомо это все звучит. Этанол. Почему звучит так знакомо? Ртуть, азот и этанол. Нужно вернуться на след. Когда все будет позади, я сообщу медикам. Пусть проверят здешних. Так, тут тупик. Хорошо. Я там видел рюкзачок. Может, по пути сбегать за ним? Он тут рядышком. Так, наверное, я этим и займусь сейчас. Мне только понять бы, он наверху или где. Где-то здесь. Где-то здесь мой рюкзачок. Что ж я там спрятал? Рюкзачный киндер-сюрприз. Давай. Фрагмент носорога? Носорог почти убил меня, но я отломал фрагмент с его рога и понял, из чего сделан костюм. Ну и потом я еле справился. Спина ноет от одного воспоминания. Да, носорог очень мощный. Еще я находил записочку, но не успел ее прочитать, потому что была миссия. Когда мы с МДЖ подали заявку на аренду, я думал, мы съедемся. А мы расстались. Иногда я такой рассеянный. Да, печальные новости и воспоминания. Восстанавливаем события, точнее возвращаемся к поиску вредных веществ из труб. Я, кажется, не так сделал, как хотел. Подожди, нам надо обратно на здание, на здание, на здание, на здание. Опа. Побежали. Ух, нифига себе. Кажется, я понял, в чем дело. Из тех бочек вытекают едкие химикаты, прямо в водопровод. Нужно срочно все расчистить. Ха. Кальций и кремний делают бетон идеальным поглощающим материалом. Чтобы навести порядок, придется устроить беспорядок. Поднимитесь в воздух и ударьте по мешкам с цементом, чтобы выпустить их содержимое и нейтрализовать яд.
Ладно. Одна есть. Ура, Ой-ой-ой. Дышать этим не стоит. Конечно, не стоит. Давай-ка наверх опять поднимемся с тобой. Погнали. Сколько здесь еще? Что я могу кинуть? Ладно, вон они, внизу. Еще парочка бочек. Последняя. Нужно держаться выше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сдох. Прикинь, просто отравился. Эти бочки очень едкие, настолько едкие, что у меня здоровье по 1/4 убавлялось. Я 2 раза вздохнул, и у меня полздоровья нет. Ладненько, будем тогда исключительно все наверху делать. Одна так, я есть. Вот падаю. Не-не-не, я лучше. Черт. Давай наверх снова. Где еще у нас вон под нами прям? Так, ура, и вон туда. Еще парочка бочек. Отлично. Ага, все равно, даже если я их уничтожаю, я все равно травлю себя. Блин, капец какой-то. Сколько? Вон там есть мешок, и вон там мешок есть. Последнее. Есть. Запечатаю решетку паутины и остановлю остаточную утечку. Давай. Печатай. Все могло кончиться куда хуже. Научные станции Гарри только что доказали свою полезность. Фьюх. Чуть конь не двинул тут. Натоксикоманился знатно. Человек-пакет снова спас мир. Привет, я порылась в отчетах о демонах. Знал, что ты мне поверишь. Они славно потрудились ночью. Уничтожали имущество Фиска. Охотятся за Фиском? Черт, ты думаешь о том же? Война между бандами? Попробуем мыслить наперед. У Фиска есть что-то, что сегодня еще не тронули? Сейчас посмотрим. Вот. В одном из его портов, в Портсайде, что-то происходит. Спасибо, Юрий. Я проверю. Обожаю фоткать на лету. Кстати, вот достопримечательность, которую надо сфоткать. Отличный вид. Пойдет. Кривожоп, конечно, но я все на скорую руку делаю. Слушай, Юрий, а есть мысли, зачем Фиску этот порт? Никаких. Тебя встретит там мой офицер. Джефферсон Дэвис, это его участок. Он хороший коп и давно работает над делом Фиска. Вряд ли кто-то знает про этот порт больше, чем он. Ну ладно, гоним в порт. О, преступность! Преступность, мне как раз жетончики по преступности как мило. Нужны. И все это для одного меня? Ого, ракета летит. А кто выпустил? Откуда? Сообщение вот от Дока. Питер, возможно, я поспешил. Подбавим огоньку. Работу. У меня есть. Ладно, это уже показано. Немного времени. Возможно, мы еще поизобретаем. Неудержимый вот так, Тавиус. Супер новость. Надеюсь, план сработает. Я пулю ударю! Ой, нифига себе, ты видел у него щит какой? Это что за Капитан Америка? Ох ты ж, елки-палки. Ну, тут какие-то... А, так это в масках, чуваки. Ух ты ж. Вот это да. Вот это я не ожидал. Походу человека пакета сейчас размотает. Так, паутинный цветок у меня еще не накопился. Странно, что они не двинули кони. Фух, меня стенка спасла. Надо отобрать у него ракетницу. Отдай. Это вредная штука. Ау! Получай. Нате цементным мешком. Куда ты кинул его? Дубина. Ты мне реально дубину напоминаешь. Из Старка. У него что же дубина была? В мире есть более достойные занятия, чем стрельба ракетами по парню в трико. Ладно, один жетончик есть. И рюкзачок еще. Еще рюкзачок надо схватить. Бежали он на крыше. Блин, как это я так вспомнил про дубину? У Старка была роботизированная рука, которую он называл дубиной. Она вечно ему помогала что-то конструировать. Че там у меня в рюкзачке? Дипломная работа. Моя работа по нейротехнологиям. Она заинтересовала доктора Октавиуса. Ну я же типа умный парень. Поэтому... Меня и заметил Октавиус. Ладно, все, я в порт. Если они хоть нос засунут в хранилище, я тебя прикончу. Понял, босс. Утроим защиту. Демоны не пройдут. У Фиска, оказывается, в тюряге телефон есть. Внимание! Демоны хотят обчистить наши тайники. 2 мы уже потеряли. Босс может и за решеткой, но мы все еще отвечаем за его игрушки. Проверка связи. Орел-2 тут?
Орел 2 на связи. На посту. Какие тайники обчищают демоны? Нужно убрать людей Фиска и выяснить, что они охраняют. Так или иначе, это не должно достаться ни Фиску, ни демонам. Везде снайперы. У этого снайпера есть охранник. Время разделять и властвовать. Так много мусора. Красиво развешанная паутина отвлекла бы внимание. Меня же не заметили, да? Я вроде очень тихо сделал все. Они как бы поняли, что я тут, но еще не нашли. Это хорошо. Их тут огромная куча. Может, с тем разобраться сперва? Так, ладно. Что за чёрт? Ты не очень наблюдателен. Сейчас надо туда как-то добраться. Беспалевно. Там вон фонарь такой, не очень крутой. Опа. И теперь наверх. Чувачок, ты где там? Чувачок. Я что-то его не вижу. До него так просто не добраться, слушай. Хитрец. Давай по стенке сейчас поднимусь. Аккуратненько так. Прям так аккуратненько. Где? А, он вон там стоит. Блин. Он меня может запалить на самом-то деле. Ох, ох. Вниз смотрит. Я что-то видел. Что-то видел, но не понял, да? Это голубь упал вниз. Это голубь упал вниз. А если с прыжка попробовать на него напасть? Давай! Ну что ты падаешь-то? Не вижу его. Ладно. А теперь увидел, да? Ё-моё, вот это опасные трюки я вытворяю тут. Короче, я не знаю, как с тобой... Я что-то видел. Ой, я тебя не напугал? Значит, дальше. Меня никто не смотрит вроде. Снайперов я всех выбил. Тогда пойдем к тому чуваку. Давай. Опля. А теперь тихий час. Ага. Все по-тихому. Привет, я здесь. Меня даже никто не видел. Давай еще. Хорош. И в воду его. Он в воду упал, нет? Меня даже никто не заметил. Кто здесь? Здесь призраки. Эй, Винс, что-то у тебя тихо. Ты как? Черт, Винс не отвечает. Проверьте его. Понял, проверяю. Стоять! Блин. Вот ты где! Блин, запалил меня. Не-не-не, ты ничего не скажешь. Подожди, обещаю убить быстро. Ладно, бочки пошли в дело. Меня запалили. Что это за дерьмо? Никто мне не вломит, я супер человек-пакет. Это я могу кому-нибудь вломить. Готов? Привет. Ладно, сделаем вот так вот. Вау. Поворот. Есть. Да, даже ни в кого не попал. Отдохни, паренек. И ты тоже отдохни. Опа! Готово. А вот и копы, как всегда вовремя. Точнее, не вовремя. Ты знаешь, что посторонним нельзя являться сюда и вести свои расследования? Да, я знаю. Вот я и принес ордер. Так может, проведем законное расследование? Звучит здорово. Как вас зовут? Офицер Дэвис. Можно Джефф. Ну а ты? Я человек-пакет. Я шучу. Мой сын твой фанат. У меня уже завелись фанаты. С ордером. Можно выбивать двери? Если заполню очень много бумажек. Ладно. Я найду другой способ. Судя по всему, нужно искать дыру в стене или разбитое окно. Проверь, Джаки. Я бы сам пошел. А Человек-паук же у нас ты. Я Человек-пакет. Я не Человек-паук. Надо найти... О. Возможно, это мне поможет. Хотя не факт. Нет, это мне никак не поможет. Блин, где-то должен... Во, вентиляция. Вон там вижу. Вижу. Есть вентиляция. Пойдем.
будто в фильме ужасов. Ау! Есть тут у вас злой рыбак с крюком вместо руки? Ладно, и где запертая дверь? Давай откроем эту дверь. Джефф, ты тут? Я уже с трудом сдерживаю себя от шуточек. Признателен. Видишь щиток электропитания двери? Ага, есть! Устрой перегрузку, и дверь должна открыться. Умно. Но у меня нет ничего, что вырабатывает ток. Попробуй. Электрошокер, гениально! Я как раз искал такие конденсаторы для улучшения костюма. Получив электрошокер, вы можете изготовить электропаутину. Ну давай изготовим, чё бы нет. Пусть будет. Теперь я могу юзать электропаутинку. Давай мы вначале... А, она уже включена автоматом. Ну и хорошо. И погнали. Электропаутина рулит. Любишь технику? Ты как мой сын. В 5 лет он уже разбирал телевизоры. А сейчас взламывает телефоны друзьям. Похоже, у него есть чему поучиться. Ого. Так. Вот это развалина. Не вижу ничего незаконного. Я, пожалуй, разочарован. Не спеши. Давай обыщем тут все. Искать что-то особенное? Склад построили давным-давно. Он помнит времена сухого закона. Ага. Тогда спиртное хранили в тайниках. Вот здесь. Там что-то есть? А, ты просто прикалываешься надо мной? Скрытая панель. Такая же, как на входе. Да ладно. От нее идут провода. Нужно найти электрощиток. Он не прикалывается. Посмотрим, смогут ли мои линзы отыскать провода. Так вот они же. Уже все нашли. Значит, тут вот щиток есть какой-то. И что, просто мне перемкнуть его? Своей паутиной? Сработало? Не-а. Наверное, не тот щиток. Иди дальше. Блин, там стенка, что ли? А, да, там сверху потолок. Ладно. А вот это если... Спасибо. Сам бы я ее не открыл. Вам спасибо. Сам бы я ее не нашел. Там все вскрыто уже. А кто-то опередил. И у нас тут ничего. Раз есть один тайник, может быть и второй. Заметил что-нибудь на полу? Ага. Они могут спрятать дверь, но не царапины от нее. Смотри, нет ли таких еще. Я сейчас просканирую, да и все. Смотреть я буду. А, вон там вот. Вижу. Вон они. Тут царапина. А, обычные двери же не считаются. Это точно. Блин, я повелся. Это реально царапина двери. Нашел? Нашел пыль и грязь. Ищу дальше. Блин, ну они явно там, где счет открывается. Возможно, наверху, на втором этаже. Во! Нашел. Бинго! Царапина, а двери нет. Я не вижу, по крайней мере. Отлично, сейчас приду. Тебе на второй этаж подниматься надо, тут высоко. Или не приду. Лифт застрял. Подождите, я затащу вас. Так, лифт вон он, я его вижу. Или он у другого лифта. Где этот чувак? Чувак, ты где? А, он туда, он пошел. Ладно, погнали. Второй этаж. Ржавые детали, большие пищащие крысы. Осторожно, мост сломан. Я уже понял. Давай, прыгай. Отлично, акробатика на уровне. Не все мы жрем пончики. И то правда. А я, походу, жру пончики. Еще дверь в тайник. Я взломаю замок. Дай знать, когда найдешь электрощиток. Ага, займусь. Сейчас я только вылезу из этого дна. Блин, угодил уж меня туда запрыгнуть. Человек-пакет в такие передряги еще не попадал. Вот, все. Так, электрощиток, он... Вау. Вон туда мне надо. Охотишься за фиском, да? Моя желанная добыча. Я ж туда попаду? Готово! Вот молодец. Открывай двери. Понятно. Мне надо еще один щиток, видимо, подрубить.
А нет, он открывает. Эй, проверь-ка. Ничего. Мне начинает казаться, что Фиск так издевается надо мной. Взгляни на стены. Тут хранили оружие. Его бы не занесли сюда через переднюю дверь. Отсюда должен быть еще выход. Это стена. Здесь, похоже, проход в другую часть. Люди Фиска говорили о хранилище. Может, мы близко? Не сомневаюсь. Похоже, тут двойная схема. Поищи второй электрощиток. Блин, я что, в электрике записывался? Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Блинский. Вон туда все. Туда все идет. Сейчас стрелим. Если б я был электрощитком, где бы я был? Он там. Они приведут тебя к цели. Нет. Он спрятан в лифте, видимо. Да? Нашел. А, до него не так-то просто и добраться. Слушай, мне надо лифт поднять. Окейшки. Значит, лифт надо поднять. Спрыгиваем вниз, пока не опустился лифт. Чисто. Успел. Ух ты. Вы были правы. Потайная дверь. Невероятно. Ты сможешь мне помочь? Тяжелая штука. Да, конечно, смогу. О чем речь? Раз, два, три. И совсем не страшно. Наверное, старый туннель бутлегеров. И похоже, тут со времен Аль Капоне не прибирались. На пути большая куча бетона. Мне не пройти. Погляжу-ка я на это сверху. Так, полезли бочком. Тут есть где развернуться, подождите. Я застрял, сможешь помочь? Что это? Может, там метро? Поторопимся, тут опасно. Ладно, это точно было не метро. Неа, скорее взрывчатка. Похоже на демонов. Хранилище, быстрее. Так. Вперед, быстрее. Я бегу. Черт, демоны уже смылись. Как они нас опередили? Тут наверняка есть другой выход. Поищи. Здесь просто оружейный склад. Они взорвали замки, чтобы войти. А вот и они. Чш, демоны. Будьте тут. Ну нет, вдвоем у нас больше шансов. И еще с этим. Отъезжай. Вперед. Давай! Стоп! Вы арестованы! Глушите двигатели! Сандел Тамен! В укрытие! Все пушки надо сдать! Вот о чем я говорю! Просто прошу свой склад! Надо электрошоки заюзать! Ух ты! Так! О, в того стрельнем, давай. У кого автомат? Готов? Тебя тоже? И вот там вот наверху еще, негодяй. А, заряды кончились. Берегись! Просто выпендриваетесь! Ух ты, нормальненько. Полежи, отдохни, ага. Ну или не полежи. Не хочет. Я слегка впечатлен. Смотри дальше. Так, сделай вот что. Спокойный, но... И ни в кого не попал. Это фиаско. Спасибо, очень вовремя. Я оглушу его. Вроде неплохо выходит. Они идут. Вы как всегда вовремя. Иду на себя. Двери. Видите? И у меня есть друзья! Как у нас... Пускаю домовую! Перезарядка! Готов! Стреляю! Пригнись! Кидаю домовую! Оглушу его! Да я уже со всеми разобрался. Ой! Стоп! Вы как? Иди! Я догоню! Человек-пакет!
Если я когда-нибудь упущу два грузовика стрелков, я выброшу свой костюм. У тебя и так человек-пакетовский костюм. Так что не выпендривайся, тебе выкидывать нечего. Уклонился. Блин, преследовать эту машину будет сложновато, потому что я не могу за нее зацепиться. Ну, в смысле, на крышу. Как это я раньше делал. Остановился. Человек-паук! Несколько демонов еще здесь! Я задержусь! Как там у тебя? Не лучше. Тут куча этих парней. Они убьют кого-нибудь, если их не остановить. Давай! Что ты застрял? Тебя, но пока ты сам по себе! Держитесь, Джефф, и не лезьте на рожон. Да едить, колотить! Цепляешься, как липкая какая-то параша за все. Догоняем, 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 догоняем. Повернулись. Ух! Близко. Мимо, мимо, ребята. Надо их ракету поймать. Слушай, я думаю, вот что. И в них пустить. Они так могут подстрелить прохожего. Подберусь есть, наконец-то. Ближе. Парни, для меня место есть? Давно не виделись. Время для пит-стопа. Готов один. И второй. Сейчас, походу, грузовик надо будет плавить. Ого-го. Нифига себе. Стоп, 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 стоп. Но не получилось. Отлично, тройка решила ходить по расписанию. Успел, ух. Ого-го. Да ладно. Ай да красавчик. И все такие смотрят. Блин, вот это мне нравится, чувак. Он крутой. Вот это настоящий герой. Без суперспособности просто взял и спас меня. Нам сообщают, что офицера зовут Джефферсон Дэвис. Он получил легкие ранения, и скоро его здоровье полностью поправится. Простите, мисс, а разве вам сюда можно? А тебе? После истории с аукционом меня перевели на городские новости. И я могу сосредоточиться на настоящих новостях, как это. И на демонах. Ты понимаешь, что чем ты ближе к ним, тем в большей опасности, да? Чем ближе я к ним, тем больше у нас будет шансов. У нас? Офицер Дэвис, Мэри Джейн Уотсон, Дейли Бьюгл. Я молчу. Я вас не виню. Но эти ребята свое расскажут с вами или без вас. И в скандалах они профи. А твоя цель? У меня ее нет. Я просто слушаю. Ладно. Садись. Она хороша. Ну что ж, денек прошел насыщенно. И у меня теперь новый друган в полицейских. Как я устал. Пора домой и немного поспать. Так отмечаются точки быстрого перехода. Для быстрого перехода удерживайте... Ладно. Погнали домой поспим. А то я уже неделю не спал, походу. А, я на метро поехал. Походу, паутина кончилась. Ну что ж. Я думаю, на этой... давай все-таки поспим. Мы потом будем закругляться. Блин, я аренду же не оплатил. Нормально. Да ладно. Все вынесли.
Эмпайр, отдел благоустройства, Эдди. Здрасте, да. Я пытаюсь найти кое-какие вещи, которые случайно забрали из мусорного бака у моей... Номер бака. Сейчас. Так, 64476. Маршрут 33. Грузовик уже уехал. Если вещей там нет, то все. Стойте, стойте. Это очень важно. Можете подсказать, где сейчас грузовик? Сейчас гляну. Так, должен быть в муниципальном гараже. Угол Бауэри и Грант. Понял. Спасибо, Эдди. Муниципальный гараж. Угол Бауэри и Грант. Не проблема. Ну вот, не зря я одел костюм Человека-пакета. Я все что угодно готов отдать за свою паучью флешку. Это же просто. Найти маленькую флешку в 30-тонном мусоровозе. Будем рыться в мусорке. На этой флешке у меня годы работы. Все, что я сделал со времен школы. Но это уже будет в следующей серии. Поэтому, если тебе понравилось, ты хочешь увидеть продолжение Человека-пакета, то не забудь поставить лайк, подписаться. Ну и увидимся в следующем ролике. Так что до встречи. Блин, опять ночью нифига не видно.